Арена. Братский. Короче, Тимур, вот этот, с которым я борюсь, он, наверное, рекорд установил 38-0. Я не помню таких счетов на этом турнире. У меня в моей истории самый жесткий был прогон, это 0.29. Я в финке, короче, полез в дип 150-килограммового парня. Я потом уже понял, что это была плохая идея. Ну, короче, меня, я посмотрел, меня минут на 6 там хватило где-то. Или сколько там. Ну, в общем, он где-то минуты за 2 забрал все эти баллы практически. Yes. Что там случилось? А, он все крутит жопу. Ой, ты амину опасный сейчас, блядь, пипец там нога у него. Че? Там, блядь, колено куда-то в бок летит. А, нет, все нормально. Два у них. 2 минуты осталось. Там что, пенальти все-таки какой-то есть? Что? Там какой-то пенальти или отдальчик вообще типа есть. Бля, у Амина вроде предупреждение такое еще. Да нихера с этого бы не видно. Кстати, специально спитаем. Ну, работаешь. Инженер, типа. Проектировщик или какой-то инженер? Ну, снабжение всякое такое. Ну, типа, смотрим. Красиво вообще. Да. Доставили.
О, спину взял. Все, баллы. 8-2. Он в прошлом году же выиграл, да? Просто не помню, в прошлом или в позапрошлом. За прошлым он не выступал. Не знаю. Решение опять. Красный. Синий.